Соя, сорт Prudence. Сегодня 6 июля. Норма высева. А здесь у нас различные нормы. Междурядье здесь 50 сантиметров. Различные нормы. Этот участок у нас нормы высева 100 тысяч. То есть на этом участке посеяно, получается, 18 килограмм на гектар. Гектар — такая вот норма. То есть 100 тысяч. Вот так вот выглядит. И достаточно успешно. 100 тысяч здесь вроде бы так и неплохо получается. Посмотрим, как это все будет. Редки здесь, конечно, тут подзагущены. В целом я этого добивался с более широким междурядием. Это получается, то есть этому такому междурядью, такой норме есть место в жизни. В целом неплохо. 100 тысяч. Этот участок уже 200 тысяч. 36 килограмм. Также неплохо выглядит. Сантиметров 60, наверное, может быть, даже больше. Что касается закладки нижнего бобика, то я вижу, что здесь закладка где-то начинается от пока. Потому что что будет завтра, может быть, нижний ярус опять начнет свисти. Вот на данный момент я вижу, что от 10-12 сантиметров. И выше даже. Ну, практически, да. По всем. 36 килограмм междурядия. 50 сантиметров. Здесь уже погуще. Здесь у нас уже 300 тысяч. Это 54 килограмма. Ну, в целом, отлично. Отлично выглядит соя с таким междурядием. И последний вариант. 472 килограмма с междурядием 50 сантиметров. Так что вот так вот. Такой эксперимент есть. Он очень хорошо получился. Пока все отлично.